Привет, друзья! Сегодня поговорим об алофоросе и фильтре Colby, который буду использовать для подмены воды в аквариуме. В общем, как вы уже знаете, у меня есть некая проблема с разведением алофороса. Не хочет он набирать массу, даже не то, что массу, а он вообще не хочет показываться на мочалке. Я, конечно же, по-прежнему ухаживаю за ним в виде слива воды, доливания свежей из аквариума и посыпания молотой овсянкой. Надеюсь, что мои труды не пройдут напрасно и через время соберу большой урожай. Возможно, конечно, я что-то делаю не так. Если знаете какие-то способы и секреты, то напишите, пожалуйста, о них в комментариях под видео. Мне это будет полезно узнать. Да и другим, я думаю, тоже. А для того, чтобы у меня была возможность еще поэкспериментировать с алофоросом, я договорился с Михаилом о встрече и о новой порции этих червей. Для тех, кто не знает, кто это такой, скажу, что Михаил занимается разведением и продажей всевозможных живых кормов, а также некоторых видов аквариумных рыбок. Для связи с ним оставлю в описании под видео его номер телефона. Сможете связаться и узнать всю интересующую информацию. На указанном номере для удобства есть Viber. Перед встречей с Михаилом я наловил карликовых раков, так как он тоже захотел стать обладателем этих красивых и миролюбивых обитателей аквариума. Всех раков я рассадил по разным баклажкам, чтоб не повторился случай с Русланом, а в качестве емкости использовал бутылки от жидких удобрений. Может, кто-то знает, какие удобрения были в этих бутылках? Напишите свой ответ. Так как сейчас на улице самая настоящая зима, то раков понес во внутренних карманах, чтобы они не замерзли. Встретились с Михаилом, пообщаясь за алофорос, за дафнию и раков. Я получил новую порцию червячков и пошел применять советы, которые он мне рассказал. В принципе, ничего заумного в советах нет, поэтому будем пробовать. Как обычно, алофорос из баклажки я перенес на губку в ведерко. Потом долил аквариумной воды в баклажку и слил на другую губку. В другое ведерко остатки алофороса, которые были на стенках в баклажке. Их там, конечно, очень мало, но все же они есть. И может с них тоже что-то получится. А маленький совет или секрет, который сказал Михаил, заключается в том, что не так часто надо подменивать водичку в судочках с алофоросом и дать ей немного подзабродить. Тогда эти червячки начнут вылазить с губки, и их можно будет легко собрать. Ну что ж, попробуем такой способ и посмотрим, что с этого получится. А я буду постоянно держать вас в курсе всех изменений. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы всегда получать уведомления о выходе новых видео. По совету одного из моих подписчиков, я приобрел фильтр для очистки воды, которую заливаю в аквариум. Руслан, если ты сейчас смотришь это видео, то передаю тебе привет. По его словам, этот фильтр должен будет мне помочь с жесткостью и кислотностью воды, понижая их параметры. Фильтр из себя представляет некую колбу, внутри которой есть картридж с размером ячейки 10 микрон. То есть вода, которая будет проходить через него, будет очищаться от всякого мусора и взвеси, размером который превышает эти самые 10 микрон. На самом картридже указано, что он очищает от песка, глины и прочих механических примесей, а сделан из полипропиленового волокна. Предназначен он для механического очищения холодной воды от 4 до 52 градусов по Цельсию. Продуктивность такого фильтра от 10 литров в минуту. В комплекте с фильтром идет ключ для откручивания колбы, крепление для фиксации фильтра к стене, саморезы и уплотнительная резинка для того, чтобы вода не выдавливалась в месте закручивания. А также еще идет картридж. Второй я взял запасным. На верхней части фильтра имеется указатель, в котором должна поступать вода. Монтировать фильтр в систему водоснабжения своей квартиры я пока не буду. Посмотрю для начала, на что он способен и насколько полезен. А дальше уже будет видно. На один вход фильтра я вкрутил переходник, чтобы можно было присоединить к шлангу душа, а на выход вкрутил штуцер быстросъема для подсоединения шланга, которым пользуюсь при сливе и заливе воды в аквариум. В таком монтаже нет ничего сложного, поэтому можете самостоятельно его повторить. Только обращаю ваше внимание на уплотнительную резинку колбы. Если ее не будет или она будет криво стоять, то там будет сочиться вода. Сделал первый пуск и увидел, что с двух сторон при соединении фильтров подсачивается вода, и на эти места надо будет намотать пакли или фум-ленты. Вода пошла в аквариум, и первое, что сразу бросилось в глаза, так это то, что нет пузырьков и белого тумана.
которые обычно есть при доливании воды без этого фильтра. А теперь напишите, пожалуйста, кто пользовался или пользуется таким фильтром и сейчас. Напишите свои впечатления, а также пользу, которую он приносит. Или, может, знаете способности этого фильтра, может, есть реальный опыт. Что думаете о таком фильтре? Сможет ли помочь он с понижением жесткости и кислотности воды? Или это бесполезная покупка? Скажу сразу, что тесты воды после такого фильтра я не делал, но сделаю это обязательно, но в качестве простого любопытства померил pH в аквариуме с подменой воды и в аквариуме, где воду не подменивал. Они оказались немного разные. Измерение делал обычным pH-метром, и как вы думаете, можно ему доверять? Еще просили рассказать, как прошло лечение рыбок метронидазолом. Все прошло очень хорошо, рыбки выздоровели, все в хорошей форме. Есть, конечно, и те, кто еще восстанавливается. Сейчас на эту тему готовится видео, и в скором времени все подробно про лечение увидите и услышите. Также в одном из следующих видео я покажу систему подачи углекислого газа с новым хорошим краником с тонкой регулировкой и новым счетчиком пузырьков с обратным клапаном. И еще я применил новые пропорции соды и лимонки по совету одного из подписчиков. Зовут его Глеб Жиглов, хотя возможно это никнейм. Я не знаю, кто он по профессии и на кого учился, но расписал целую формулу и вывел правильные пропорции. И сейчас они находятся на тестировании. Поэтому советую не пропустить следующее видео, так как будет очень интересно. Так что ставьте палец вверх и до новых встреч в новых видео. Пока-пока!